Добро пожаловать в дневники разработчиков игры команда Strike Force. Мы покажем вам, как создавалась наша игра со стороны команды разработчиков. Я приглашаю вас познакомиться с этой игрой. Нашей основной целью было дать игроку свободу, чтобы он мог выбирать свой путь прохождения игры. Почему у нас в игре три командос? В игре команда Strike Force сочетаются все лучшие характеристики и навыки персонажей, что были в предыдущих частях этой игры. Берет, наряду с тяжелым оружием, использует взрывчатку. Снайпер не только превосходно ведет бой на больших дистанциях, но и отлично плавает. Шпион остался практически неизменным по сравнению с предыдущими частями игры. Он носит вражескую униформу, применяет удавку и усыпляющий газ и прочие шпионские штучки. Переключаясь между персонажами, игрок сможет на ходу решать, чьи способности ему нужнее всего на данный момент. Команда Strike Force ни на что не похожая игра. Одно из главных целей, которые мы ставили при разработке этой игры, было сохранение духа игры, который так нравится фанатам этой серии. Мы постарались выполнить это. Полностью трехмерные нелинейные уровни и ставшие более наблюдательными и изощренными враги позволяют ощутить атмосферу самой жестокой, масштабной и беспощадной войны, известной человечеству. Вам действительно будет казаться, что вы сражаетесь в тылу врага. Thank you.